А какое домашнее животное порекомендуете заводить семьям с детьми? Если, допустим, владельцы никогда не держали животных, здесь, конечно, лучше, наверное, с небольших пород, с декоративных пород начать. Опять же, если ребенок маленький, основная нагрузка по уходу за питомцем ляжет на родителей. То есть здесь нужно корректировать свой график работы и свои возможности. Вот с собачками все-таки нужно гулять. Вот, может быть, тогда проще завести кошку. Вот, с кошками намного попроще. Если из собачек, абсолютно лояльные у нас домашние любимцы, это той пудели, карликовые пудели, йорки, пекинесы. То есть, ну, собачки не крупных пород. Из средних пород очень дружелюбные спаниели, очень умные собачки. Но из более крупных лабрадоры, ретриверы, очень спокойные собаки. Доберманы, таксы, стаффы, достаточно импульсивные животные, требуют все-таки, скажем, очень большого внимания стороны владельцев. Кошки — это кошки, это диванные животные. У них очень редко проявляется агрессия. В принципе, тут можно любую породу заводить. Насчет того, будет ли, допустим, возможна ли аллергия, здесь сказать тяжело. Вот если есть такая предрасположенность, можно завести либо короткошерстную какую-то кошечку, либо совершенно бесшерстных кошек, это сфинксы.